Зимний театр был построен на Екатеринославском проспекте, предположительно, в 1911 году. Как сообщал ежегодник «Весь Екатеринослав», новое громадное здание вместо прежнего гимнастического зала, где помещался Зимний театр, возникший в городе приблизительно в 1904 году, выстроило, по примеру больших городов, общество попечения о детях. Большая сцена, вместительный партер, 4 яруса для лож, билетажи амфитеатра ставят его на первое место среди екатеринославских театров, писал ежегодник. Судя по всему, в театре не было постоянной труппы. Под каждый спектакль Андрей Приор приглашал екатеринославских и иногородних артистов. Сюда также приглашались гастролеры. Помимо Шаляпина, здесь также выступали замечательные русские артисты Антонина Нежданова, Иван Козловский, Леонид Собинов. Публика приходила в Зимний театр не только на спектакли. Здесь также можно было, например, встретить Новый год. Местная пресса предлагала екатеринославцам встретить новый 1911 год, посетив грандиозный бал «Маскарад». Обещались танцы до 4 утра, летучая почта, а также призы за оригинальные костюмы. В 20-х годах 20 века Зимний театр был переименован в Государственный театр имени Луначарск, а затем в Театр русской драмы имени Максима Горького.